Йоханнес Борман работал с 1653 года до 1659 в Лейдене, после чего переехал в Амстердам. Его натюрморты немногословные и простые. Вплоть до настоящего времени было известно о существовании всего трех картин этого мастера. Натюрморт, Оксфорд, музей Ашмолен, фрукты в нише, Гент, музей изящных искусств и десерт, Дордрехт, музей Симона ван Гейна. Помимо этих трех натюрмортов Бормана, в число его произведений необходимо включить и две парные картины из собрания музея-усадьбы «Архангельская Москва» «Цветы и плоды» и «Плоды», отнесенные Савинской к числу работ, созданных одним из художников ближайшего окружения Корнелиса де Хема. Сравнение живописного почерка натюрмортов из музея-усадьбы Архангельской и других картин Йоханнеса Бормана показывает их заметное сходство, в то же время отличает их от живописной манеры композиционно-динамичных с присущей им пестрой красочной гаммой произведений Корнелиса де Хема. Как и для других известных ранее картин мастера, для этих двух вновь определенных натюрмортов характерны простота, строгость и даже интимность композиции, малочисленность вещей в натюрмортной группе и особый выбор построенного по законам театральной рамки освещения, когда из общего полумрака внезапно вспыхивает находящаяся на передней кромке стола кожура апельсина, а полупрозрачные гроздья винограда разгораются холодным перламутровым светом.